Всем привет! В эфире телешоу «5 с плюсом». Помните, в прошлой передаче мы обещали вам рассказать о том, как отдыхали наши юные артисты. Для начала предлагаем вашему вниманию сюжет из Кабардинки. Это такой пансионат на берегу Черного моря. Вместе с постановочной группой Детского творческого союза «5 с плюсом» в этом году в Кабардинку поехали отдыхать ребята из нижнетагильской группы «Братец Лис» и шоу-балета «Джерри». Билетов на поезд до Новороссийска не было, но разве такой пустяк остановит участников проекта 5 с плюсом? Ну вот мы и отправляемся в поездку к Черному морю, которое мы назвали «Путешествие на 5 с плюсом». Вот на этом самом автобусе нам предстоит объехать самые крупные города нашей страны. В путешествии на автобусе есть свои прелести. Не беда, что автобус часто ломается. Пока его ремонтируют, можно перекусить на свежем воздухе или искупаться в речке. Какой русский не любит быстрой езды? 4 дня по российским дорогам – это вам не шутки. Уфа, Самара, Волгоград, Новороссийск и множество других городов и деревушек проплывало за окнами нашего автобуса. Это последний наш привал перед завершающим марш-броском от Волгограда до Геленджика. И вот, наконец, мы достигли своей цели. В Кабардинке нас уже ждали наши старые друзья, парни из группы «Робинзон». Чтобы верба отцвела, напоит весной былую грусть. Дождь стучит в оконное стекло, я уеду, больше не вернусь. Кап, 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 пятый день подряд, пятый день подряд. Кап, 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 я ему не раз, не раз. Кап, 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 пятый день подряд льёшь, слёзы льёшь. Кап, 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 не вернёшь назад, не вернёшь. Кап, 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 пятый день подряд, пятый день подряд. Кап, 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 не вернёшь назад, назад. А вечерам мы давали концерты для отдыхающих и проводили дискотеки. А днём купались и загорали. Ласковое солнце, теплое прозрачное море и свежий морской воздух дадут заряд энергии на целый год. Здесь, на берегу Цемесской бухты в пансионате Кабардинка, вы можете провести лето с нашими артистами на 5 с плюсом. Привет! Что-то давненько мы не встречались с дядей Сашей Зайцевым. Просто у него, как у всех порядочных людей, были каникулы. А сейчас он полон сил и энергии и готов вам показать свою новую игру.
Я приветствую всех вас, многоуважаемые телезрители рубрики «Трали-вали». Сегодняшняя игра для самого хозяйственного мужчины в вашем доме. Она называется «Купцы». Я предлагаю игрокам выложить из карманов все предметы, которые есть у них. Самолетики, тараканы сушеные, мышки, стаканчики, авторучки, кубики, веревочки, фантики и вкладыши от мультики, вот-вот-вот, имена жвачек. Итак, выигрывает тот, внимание на экран, кто? Тролливальцы, мы подводим итоги. Кто же из нас троих игроков самый хозяйственный? Но вы-то знаете, что дядя Саша Зайцев. Потому что у истинного хозяйственного мэна, сударя и джентльмена самое главное, что в кармане было две вещи. Это расческа и носовой платок. Значит, я и выиграл. Выигрывает тот, у кого меньше мусора в карманах. Не так давно отшумели праздники, посвященные дню рождения города Екатеринбурга. Нашему городу исполнилось 277 лет. Подробнее об этом вам расскажет Вадик. Чтобы поздравить жителей Екатеринбурга с этой знаменательной датой, к нам приехали артисты из Новоуральска, Заречного, Асбеста и Нижнего Тагила. На главной площадке города состоялось грандиозное шоу «На 5 с плюсом». Здесь же вы могли встретить и самую веселую троицу на свете – дядю Сашу Зайцева и замечательных клоунов Костика и Гриню. А посреди концерта на сцене появились бяки-буки и заколдовали дядю Сашу. Они превратили его в маленького щупленького мальчика. Но потом прилетела Баба-Яга и всех спасла. Как ни странно, она оказалась примилой старушкой, расколдовала дядю Сашу и ничего не потребовала взамен. Костик в честь праздника по своей привычке передразнивал популярных звезд эстрады. Одну из таких пародий вы сейчас и услышите. Хит прошлого года. Ну? Группа «Черный ворон». Понял. Похлопайте. Молодцы. Отходит, как смелый. Давай. Орел. Орел. Ой! Сцену нам не сломай, орел. Что ли? Ага. Это были танцы, а сейчас спою вам все попады. Как восхитительно кормили нас вчера. Шербет, мороженки, конфеты, кремом булки. Ах, груша сладкие, бананы и рагульки. Как восхитительно кормили нас вчера. Котлеты, пряники, корзиночки, халва. И сердце сломано, удары, бабах-бабах, очень гулки, шербет, мороженки, конфеты, кремом булки. Как восхитительно кормили нас вчера. Все понятно. Спасибо. И еще одно замечательное событие произошло 19 августа. В нашу организацию вступило еще 20 человек. Это юные танцоры из ансамбля «Коктейль Данс» города Заречного. Впервые в программе «Дня города» состоялось грандиозное мультимедиа-шоу «Молодежь 21 век» под большим экраном на проспекте Ленина. Разумеется, это событие не могло пройти без участия Детского творческого союза 5 с плюсом. Наши видеооператоры обеспечивали трансляцию на большой экран, а юные артисты приняли участие в праздничной программе. Добрый вечер, Екатеринбург! От лица Детского творческого союза 5 с плюсом мы поздравляем вас с вашим замечательным праздником! Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Я смотрю.
смотрю в твои глаза, как в них трудно не влюбиться. Говорят, они нельзя, так кричат твои ресницы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Я беру твои ладони, мне так дороги они. Сколько в них любви и ласки, для меня ты сохрани. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Посмотри на небо, посмотри на звезды, загляни мне в сердце, это очень просто. Затаи дыхание и услышишь, будто к нам спустилось небо маленькое чудо. Быть всегда с тобою рядом, одного сейчас хочу. Больше ничего не надо, я сквозь время прокричу. Посмотри на небо, посмотри на звезды, загляни мне в сердце, это очень просто. Затаи дыхание и услышишь, будто к нам спустилось небо маленькое чудо. Посмотри на небо, посмотри на звезды, загляни мне в сердце, это очень просто. Затаи дыхание и услышишь, будто к нам спустилось небо маленькое чудо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Напрасно ждет от парня.
кого пора забыть. Он слез не стоит, ты поверь, однажды зашумит апрель. И закачается листва, и закружится голова. Тогда оттает сердце вновь, ты встретишь новую любовь. Ты встретишь новую любовь. Любовь, любовь. Напрасно ждет от парня ответа, и проходит безумное жаркое лето. Скоро осень, дожди, и девчоночи письма улетят, пропадут, как опавшие листья. Кстати, наш конкурс на лучший рисунок продолжается. Мы ждем от вас писем с рисунками. Посмотрите, как замечательно изобразила свою самую любимую группу «Ромео и Джульетта» наша постоянная телезрительница Юля. Спасибо тебе, Юля, за письмо. Мы уверены, что в День города ты не пропустила выступление своих любимых артистов. Давайте посмотрим на них еще раз. Последний раз приду на опустевший пляж, и вслед за мной в ночную тень уйдет последний летний день. Сюда ты больше не придешь, и будет долго плакать дождь. Уходит лето, уходит лето, уходит лето, уходит лето, уносит лето. Но говорю тебе прощай. И лишь вагонное стекло хранит руки твоей тепло. Уходит лето, уходит лето, уходит лето, уходит лето, уносит лето. В ночной тиши, под шум дождя, я буду вспоминать тебя. А ты с дождем наедине уже не вспомнишь обо мне. Тебе, как видно, все равно, что лета нет давным-давно. Уходит лето, уходит лето, уносит лето мои мечты. Уходит лето, уходит лето, и вместе с летом уходишь ты. Уходит лето, уходит лето, уходит лето, уходит лето, уносит лето, уносит мои мечты. Уходит лето, уходит лето, уходит лето, уходит лето, и вместе с летом уходишь ты.
лето. Блондинка, брюнетка и рыжая дама гуляли по скверу и вышли драма. Любили все трое внезапно и пылко кабарного типа по имени Джо. И сразу же крыша поехала круто. И вот она та роковая минута. Закушены губы до крови горячей. До страсти безумной коварному Джо. Коварный Джо. Коварный Джо. Ты погоди, постой уже. Коварному Джо. Коварный Джо. Ой-е. Коварный Джо. Е-е. Ты погоди, постой уже. Не отводи своих очей. Не делай, что ты ничей. Е-е. Коварный Джо. Коварный Джо. Зачем ты сам? Летом в жизни детского творческого союза 5 с плюсом произошло много интереснейших событий. Например, группа «Аленушка» съездили в Евпаторию, а ребята из групп «Питер Пен», «Джерри» и «Кот Бегемот» побывали на международном конкурсе в Германии. Да, и группа «Питер Пен» получили приз зрительских симпатий, поездку во Францию в Диснейленд. Круто. Вот так-то. Но обо всем этом в наших следующих передачах. А на сегодня все. Увидимся через неделю. Пока. Волшебным дождем. У нас так всегда. Приходите, мы ждем. На пять с плюсом, на пять с плюсом. Будем петь и танцевать. На пять с плюсом, на пять с плюсом. И экзамены сдавать. На пять с плюсом, на пять с плюсом. Веселиться и дружить. На пять с плюсом, на пять с плюсом. Мы с тобою будем жить.